Красноярске открылась первая районная елка. Праздник провели в парке 400-летия в Советском районе. Традиционно вокруг елки развернули новогоднюю ярмарку и построили ледовый городок и горки. На открытие пришли десятки красноярцев, включая руководителей района и депутатов городского совета. Уже сегодня районные елки откроются в Железнодорожном и Центральном районах. В Кировском, Ленинском, а также в Свердловском и Октябрьском районах открытие намечены на 28 и 29 декабря. Главная же городская елка начнет работу 25 декабря. Развлекательная программа с выступлениями лучших коллективов города начнется в 16:00.